Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей, мы сегодня мы играем в киноночку на Серматин Хриплей, первый сер, мы здесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мне по регистрации и также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, и при достижении 5-го вы получите 50 тысяч, при достижении 10-го вы получите 100 тысяч, то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сере, он также будет в описании под этим видео. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серичка, она будет посвящена новой игре в казино, она называется High Dice, вроде бы как. Я хочу поработать крупье, либо как он там называется, либо поиграть. Ну, скорее хотелось бы крупье поработать, потому что я вот стримил вчера, и некоторые мне писали, что там очень хорошие деньги можно заработать, поэтому сегодня мы поедем именно туда. Я пришел в администрацию, думал, здесь нужно на крупье устраиваться, но оказывается нет, скорее всего, это нужно делать именно в казино. Поэтому я сейчас сажусь в машину, и мы едем в казино, и там уже я продолжу. И да, я, пацаны, извиняюсь за свой голос, потому что я только проснулся недавно, и у меня утром всегда такой голос, но видосики нужно снимать, я думаю, вы сами понимаете, поэтому я извиняюсь, я тем более чуть немножко приболел, у меня болит горло, и утром у меня всегда такой очень грубый голос, и такой басистый, поэтому, если что, пацаны, извиняйте за мой голос, и поддержите, пожалуйста, мне лайками, пацаны, давайте на этой серии наберем как минимум 150 лайков, я буду вам очень благодарен. Давайте сделаем так, набираем 150 лайков, и выходит сразу новая серия, чтобы у меня была мотивация снимать новые классные серички. Поэтому, пацаны, обязательно ставьте лайки. Минуточку внимания, хочу послать бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбоксинг, либо удар стак. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Ну что ж, вот я приехал уже в казино. Здесь вроде бы как люди есть. Давайте я припаркую свой автомобиль, так сказать. Мне реально интересно, я еще не смотрел вообще эту новую игру High Dice. И поэтому мне будет интересно, я думаю, вам тоже. Так, давайте заходим. Так, теперь давайте посмотрим, где эта работа. Где эта работа, бля, я хуй его знает. Как устроиться на вот эту хрень? Я вот не понимаю. А, во, пацаны, я нашел. Так, вы хотите начать подрабатывать в роли крупье в данном казино? Да. В данном казино закончились места для крупье, максимум 2 крупье в казино. Блин, это хреново. Это реально хреново, поэтому давайте, я думаю, вот здесь поиграем, посмотрим эту новую игру. Так, вот подошел Иван Легун. Привет тебе, если что, я знаю этого пацанчика. Вроде бы как хороший человек, поэтому привет тебе. И я предложил ему на 100 тысяч сыграть. Короче, я узнал, и эта хуйня сейчас багана, и ставку нельзя поставить. И поэтому я не смогу поиграть вообще. Ну, давайте хотя бы попробуем крупье устроиться. Подождем, пока кто-то, блядь, уволится. Он тут вообще Никита просто стоит, он даже не шевелится. Хоть бы дал, но я хочу хотя бы просто посмотреть со стороны крупье, как это все выглядит, было бы прикольно. Вот видите, люди подходят, но ставку он, короче, вообще не может поставить. Типа, система как-то не дает. Он пишет, можете типа, с 11 можно только играть. Ну, это бред, на самом деле, если с 11 только можно играть. Да уж, конечно, такое себе развлечение. Блин, я хотел просто хотя бы посмотреть, хотя бы одну игру сыграть, потому что я вообще не любитель казино. Но для вас бы я сыграл бы, сам посмотрел бы, мне это интересно, потому что кости. Здесь кости можно играть, 100 тысяч. Давайте, ладно, сыграем на 100 тысяч уже, хуй с ним. Так, кидаю 100 тысяч, я проебаю. А не, выиграл. Заебись. Чувак с игры вышел, видели? Лол, проиграл 100 тысяч и вышел с игры. Так, 10 тысяч обратно выиграл. Здорово. Давайте напишем муку. Бля, 100 тысяч проебал этому чуваку. Вот сучара просто. Он, блядь, просто подкидывал по 1000. Да иди ты нахуй, понял? На 100 тысяч давай. Отказывается. Вот крыса. Вот ты просто крыса, блядь. По-другому не сказать. Так, на 100 тысяч я кинул. И давай. Отказался. Че ты нахуй пишешь 100-200, ебать, если ты не играешь? Бля, я просто не понимаю таких людей, серьезно. Так, я решил пойти в банк просто на 150 тысяч. И я выиграл просто. Замечательно. Просто замечательно. Главное рисковать. Давайте ему еще на 150.
150 кинем. Рисковать так рисковать. Еще плюс 150. Замечательно просто. Бля, 50 тысяч проебал. Вот сука. Так, давайте ему дадим 157. Бля, на самом деле меня бесит такие люди, типа, знаешь, можешь там вернуть деньги и так далее. Ну, блядь, это пиздец. А нахрен тогда ты играешь, если ты просишь вернуть деньги? Так, 150 тысяч кинул, и я проебал, да? Да, я проебал их. Давайте еще раз на 150 тысяч. Отказался. Ну, понятное дело. Секундчики тут все у нас. Так, 150 тысяч, давай. Да, блядь, вы заебали, блядь. Я не понимаю, блядь. В казино ходят, нахуй, секунд играть. Нахуй сюда тогда приходить. Так, 80 тысяч. Ничья. Выиграл, заебись. Так, 200 тысяч. Проебал просто. Просто проебал. Короче, пацаны, в итоге я все слил, вон. Последние 90 тысяч проебал чуваку. Я так и знал, пацаны, что я все слил. В принципе, надо было уходить, когда было там почти 500 тысяч и все. Надо в казике всегда вовремя останавливаться. Поэтому, пацаны, запомните. К сожалению, я не смог сегодня поиграть в эту игру. High Dice, в принципе. Но ничего страшного. Только она будет нормально работать, я, в принципе, вам ее покажу. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.